Вопросы, связанные с помощью и обустройством вынужденных переселенцев с Украины, обсудили на заседании межведомственной рабочей группы, которую возглавляет председатель правительства республики Иван Моторин. 12 пунктов временного пребывания, оперативно созданных в республике, вместили несколько сотен беженцев. Многие устроились у друзей и знакомых. Сейчас на территории республики находится 1277 человек, вынужденно покинувших Украину. Многим из них по-прежнему нужна работа. По состоянию на 20 января 2015 года в специальном банке вакансий для граждан Украины имелись сведения о наличии 1614 свободных рабочих мест и должностей служащих. И вакансии заявлены 137 организациями Чувашской республики по 202 профессиям. На 20 же января трудоустроено 555 граждан Республики Украина. Не остались беженцы без внимания и в новогодние праздники. В канун Нового года дети были приглашены на новогодние елки, которые проходили у нас в учреждениях культуры, а на 16-ю республиканскую благотворительную рождественскую елку 9 января, которая проходила у нас в Театре оперы и балета, и 13-й рождественский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской метрополии, который тоже мы совместно организовываем, были приглашены более 50 детей из семей, которые находятся у нас в пунктах временного размещения. Работа в этом направлении будет продолжена. Острота проблемы снята. Сейчас в республику приезжает не так уж много граждан Украины. По нескольку человек в день вместо нескольких десятков. Но это вовсе не значит, что эти люди останутся без поддержки, подчеркнул на заседании председатель Кабинета министров. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.